вас, уважаемые други, мы в очередной раз наблюдаем за той ситуацией ЧСовской, которая случилась, как известно, не только в нашем любимом городе, но и всей республике. Наш любимый президент нас об этом предупредил. Вот мы на краю, можно сказать, обрывов и пропасти. Находимся на набережной, которая находится по улице Гашека, как всегда, тавтологично. Но наша спасательная операция продолжается. Вот мы тут бродим. Данные масштабы как никогда поразили нас во всех отношениях. Тут уже более массово, более смотрибельно, более визуально. Дрон попытались поднять. Сильная ветренность. И насколько меня хорошо слышно, я знаю, что гораздо лучше, чем бывало. Но вот так. Вот заборчики. Вот водичка, которая здесь находится. Вот, в принципе, мы на беговых дорожках нашей любимой набережной.